Привет, дорогие друзья, с вами Ложка, и сегодня мы продолжаем рассматривать моды к игре Майнкрафт, и сегодня у нас просто опупительный мод, с помощью которого вы сможете добавить два предмета, которые смогут сделать из вашего дома коробки офигенный завод по производству какого-либо сырья. Пусть это будет какая-нибудь пшеница, почему бы и нет. И также хочу добавить то, что этот мод добавляет в игру не что иное, как круглые анимированные предметы. Да, я знаю то, что круглые анимированные предметы никак не уживаются с квадратным Майнкрафтом, где все квадратное, но все-таки вы посмотрите, какую же красоту наводит этот мод на Майнкрафт. А вот такую вот красоту он наводит, и теперь представьте без этих двух предметов мой дом. Вот я, если честно, даже не хочу представлять, а выглядеть он будет стопудово убого. И давайте прямо сейчас я расскажу, как крафтятся эти предметы, как они работают и на чем они основаны. Собственно, хочу добавить то, что эти два предмета только для декорации, но в дальнейшем автор хочет добавить то, чтобы эти предметы работали только от редстоуна, и также, чтобы они подавали или передавали редстоун. И, в общем-то, также хочу добавить то, что вот это вот колесо может крутиться только от течения воды. То бишь, если у нас здесь не было бы этого течения воды, оно бы не крутилось. А если мы это колесо посадим где-нибудь здесь на землю, то оно тоже не будет крутиться. Если мы положим его куда-нибудь просто в воду, то оно опять же не будет крутиться. И да, это немного логично, и даже можно сказать, что у мода есть какая-то физика. И, в общем-то, давайте мы разместим это колесо где-нибудь здесь, чтобы оно продолжало крутиться. А вот этот вот, не знаю, аппарат, я не знаю, как, если честно, он называется, но если вы знаете, то напишите в комментариях. И он крутится сам, то есть он крутится от ветра, не нужно ничего к нему подключать, то есть никакого редстоуна, никакого сигнала, он просто крутится. Главное его не размещать в воду, и все. Он будет работать как простая декорация. И давайте прямо сейчас посмотрим на крафт этих двух предметов. Сначала мы посмотрим на крафт вот этого вот колеса. Крафтится оно следующим образом. Нам понадобится 4 таблички, а также одна палочка. На самом деле это не колесо, на самом деле это та штука, которую я не знаю, как называется. А колесо крафтится следующим образом. То есть нам надо к 4 табличкам добавить еще 4 таблички. Извините, я просто крафт перепутал. И, собственно, больше я об этом моде ничего не могу сказать. Крафт довольно тяжелый, то есть одна табличка делает из одной палочки и 6 досок, то есть нам придется вырубить как минимум 5 деревьев, чтобы сделать хотя бы одно такое колесо, ну или же ту штуку, которую я не знаю, как называется. И, в общем-то, на этом мы заканчиваем, надеюсь, вам мод понравился. Ну, а если здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк и позвать друзей. А с вами был Ложка, всем удачи, всем пока!